где было красиво, я не снимала. А сейчас здесь одни ёлки стоят. Я хочу снять осенний лес. Осенний лес надо снимать, где вот краски какие красивые. А ёлки они зимой, летом одним цветом. Попозже, наверное, будет лес покрасивее. Сейчас он только начал засыпать, да? Красок мало еще. Зеленые, желтые, а потом еще красные прибавятся. Так мало красок. Только березки пожелтели немножечко. Облепишка. Вся облепишка. Грибники. Одни грибники. А ты не хочешь сходить за грибами? Ты же любишь. Не хочешь? А? Ну, ты, наверное, красивый. Такое небо, яблоня, что ли, красненькое. Это вот осенняя дорога на дачку. Виноград красивый, конечно. Ивичий виноград. Осень, конечно, это красота. У всех уже цветы отцвели, эти желтенькие, у меня только зацветают. Вот красота. И у меня есть красота. Сейчас сделаем обзор осенней дачки. Ну, лес он... Что, в мае лес? Ну, май лучше лес, в мае птички поют. Сейчас птички нифига не поют. Сейчас посмотрим. Сам достанешь, да, там сумку или помочь тебе? Сейчас снимем наш проулочек. Вот такой у нас тут красотень. Это на мой забор забирается виноград. Надо ему помочь. На даче-то показывать и нечего осенью. Цветочки пока стоят. Эти тоже пока стоят. Я даже не знаю, что с ними делать или срезать их. Жалко. Все вроде зеленое. Единственное, шатер мы снимаем. То, что сидеть уже прохладно в нем. Надо снять, постирать его. А так все как летом. А я не дошла еще. Сейчас я это. Эти цветочки стоят еще. И все как летом. Сейчас морковочку выкопаю. И все. А вот наш урожай морковки. Очень даже есть приличные особи. Нормальная. Я считаю, это нормальная. Самая маленькая. Вот, но ее 2-3 штучки. Не без этого же. И две каракатицы есть. Ну, которые вот раздвоенные. А так, я считаю, нормальная морковка. О, ну вот это вот чуть-чуть такая. А так, я считаю, нормальная. А Коля говорит, ненормальная. А зачем больше? Хорошая. Яблоки мы все убрали, только вот у меня остались висеть.
красавчики. Сейчас я их тряхану, попробую убрать. Это осенние красивые отличные яблочки. Вот какие красавчики попадали. Одно меня по башке уже ушарашило. Вот, чуть не то на меня сделало. Вот. Не знаю, ума прибавилось бы или нет. А сотрясение получить я могла. Сейчас я соберу. Много, конечно, и на земле гнилых. Потому что приезжали редко. Да я вообще на эту яблоню не обращала внимания. Сколько лет она сама себе падала. На дереве прям гнили яблоки. А это вот чистенькие, хорошие какие. Одумалась. Видит, что я на нее внимания не обращаю. Одумалась. Сейчас соберем. А эту яблоньку вот нам придется убрать, как не жалко. Но она очень высокая. И это у нас слишком много яблонь. И от нее вот все она на полу. Мы даже не собрали ничего. С нее никакой урожай. Он весь на полу пропал. И у соседей от нее очень много мусора. Нам придется ее убирать. Она уже старенькая, вон вся она уже больная, вон такая вся. От нее уже вон пошли новые стволы. И я тут как истинный хохленок не съем, то понадкусываю. Укусила вот эти осенние яблоки. Коля, вон еще, оказывается, висят. Смотри-ка, спрятались, а? Ах вы! В зиму хотите остаться? Смотри, вот, с этой стороны. Смотри, вон висят. Вон яблоки висят. Ага. Надо их это, убрать. Я уже укусила. С одной стороны больное яблочко, с другой хорошее. Я уже укусила и... Очень они вкусные, сочные. Да, вон там телепается яблочко. Надо его снять. Вот еще 4 красотульки такие сняли. Одну так и осталось висеть. Бесполезно его это трясти, не хочет. Пускай в зиму, значит, остается, раз не хочет. Вы знаете, да, откуда пошло? Не съем, то понадкусываю. Я украинка, поэтому я имею право рассказывать такой анекдотик. Да, наверное, все его знают. Когда собрали русского, еще кого-то. Ну, каждый спрашивает, если у тебя будет 2 яблока, что ты сделаешь? Ну, все там одно продам. Русский там говорит, одно себе, одно родственникам. Хохол украинец, сам сдам. Ну и так по возрастающей ведро. Значит, тот поделится с друзьями, тот продаст. Украинец сам съем. Ну а вагон. Ну все так же. Продам, поделюсь. Украинец сам съем. А куда же ты вагон съешь-то? Ну не съем, то понадкусываю. Так и я. Яблоко, которое наполовину гнилое, жалко же мне. И взять не возьмешь, и вроде что остается жалко. Не съем, то понадкусываю. Это в детстве у меня был такой случай. Бабушка рассказывала, что приходишь, говорит, с огорода, говоришь, бабушка, все арбузики у тебя зеленые. Она говорит, а ты откуда знаешь? А я уже все проверила. Бабушка говорит, я пошла на огород, а там все арбузики пальчиком потыканы. Вот такая девчонка, хулиганка. Внезапно испортилась погода. Вот такой кулечек у меня получился морковки. Ну, я считаю, это неплохо. Все равно мне ее хранить негде. А для на первое время в холодильнике для готовки мне хватит. Вот, оказывается, это... Заячья капуста называется. А я ее всю изничтожила здесь. Ну, она плодится, наверное, быстро.
Я видела, что она на капусту похожа. Она вот осенью оказывается красива. Пойду я сейчас прогуляюсь. Это я пиончики тут позакрывала. Пиончики. И покажу. Вот. Покажу соседскую дачу. Такая у нас хозяйственная соседочка. Вот как у них красиво. А это мои бархатцы. Вот. Понад трубой. Воду нам пока не отключили. Вода у нас еще есть. Хочу с ними делать. Оставить их вот так на зиму. Или надо срывать. Вырывать жалко вроде. Красивые. Так их. Ой, а ты кто тут? Вот. Замерз. Сидишь. Ты живой? Нет? Нет, наверное, не живой. Ну, замерз. Не буду трогать. Поживет. Осень, рыжая подружка. Не стучись в мое окно. Я за ними ты погремушкой. Я зароюсь под подушкой. Не увидишь все равно. Георгины у Нины. Красиво, хозяйственная женщина. А, когда-нибудь у меня будет порядок, наверное. Пока вот так у меня. Тут я крыжовник перенесла. Тут смородинка черная. Пусть растет. Может, что-то вырастет. Вот. И вот это место, которое мы освободили, вот от яблони, я буду делать грядки. Здесь вот арку поставлю. Сейчас вот так встану. Вот. Здесь вот у меня груша, а здесь яблони. И здесь хочу арку, и как бы вход будет в огород. Здесь вот будут грядочки. Хотя, ну, такое мы минимальное. Петрушка, укроп. Чеснок вот хочу. Значит, там 8 зубочков посажу. Попробую. Не хочет у меня муж. Никакой. Ну, я тоже не хочу, конечно. Ни картошку, ничего. Мои елочки остаются на зиму. Растите, растите. Я весной вас буду формировать уже по бокам, наверное. Вот здесь буду отщипывать. Вот. Вон виноград какой красивый. Он красный. Все равно приятно. Пусть и беспорядок у нас здесь. Но находиться здесь очень приятно. Да, я же еще крокусы нашла осенние. Они даже не крокусы, а безвременники, оказывается, называются. Я пошарила в интернете. Они называются безвременники. Они неприхотливые. И их можно... Они только осенью цветут. Весной у них листья. Может, я поэтому не замечала, что у них летом, весной и летом листья. Просто листья. А осенью они без листьев. Вот так вылазят. И мне надо, наверное, их куда-нибудь перенести и отметить, чтобы они не потерялись.